Скандально известному ученому Эдварду Сноудену удалось ознакомиться с секретными документами ЦРУ, касающихся подземных жителей. Как утверждает исследователь, высшие власти Америки давно знают, что собой представляют НЛО. Это летающие аппараты подземной расы, и об этом хорошо известно американскому правительству. Вся информация об этом считается государственной тайной, поскольку нельзя исключить факт возможной агрессии подземных людей против нашей цивилизации. Поэтому у спецслужб имеется ответный план для случая чрезвычайной ситуации, хотя эта раса нами особо и не интересуется. Из документов ЦРУ следует, что подземная раса существует уже миллиарды лет и потому, естественно, намного опередила нас в развитии. Причем ей были не страшны природные катаклизмы, которым подвергалось наземное человечество. Сотрудникам ЦРУ удалось собрать немало данных о представителях этого народа, похожего на людей. Благодаря ускоренным темпам эволюции, в отсутствии катастроф и бедствий, подземная цивилизация, обитающая в зоне мантии Земли, более интеллектуально и физически развита, чем наша. Сведения о подземных жителях, говорит Сноуден, представляют величайшую государственную тайну, в которой не допускаются никакие ученые, даже высшего эшелона. Сам Эдвард Сноуден сумел скопировать некоторые документы лишь благодаря удивительной случайности. Слухи о существовании подземных цивилизаций возникли давно. У многих народов есть поверья и мифы о неких загадочных высокоразвитых существах, которые вынуждены были уйти глубоко под землю. Они создали там целые подземные города с системами тоннелей, приспособились к новым условиям жизни и веками существовали в недрах земли, не поднимаясь на поверхность. В свою очередь, исследуя вопросы, связанные с НЛО, ученые из Йельского университета предложили гипотезу, согласно которой те, кого считают инопланетянами, не являются обитателями космоса, а живут в недрах нашей планеты. Существует масса подтвержденных фото- и видеоматериалов, вылетов НЛО из кратеров вулканов, а также и наоборот погружения внутрь. Возможно, именно таким образом НЛО путешествует между подземным миром и нашим. Выдвигаются разные версии о причинах, побудивших цивилизацию уйти под землю. Возможно, произошли серьезные природные катаклизмы или техногенная катастрофа, в результате которых жизнь на Земле стала невозможной. Также причиной могло быть столкновение Земли с метеоритом, когда изменившиеся климатические условия вынудили искать новое место обитания. Под землей были созданы комфортные условия для существования, и цивилизация продолжила развиваться в своем замкнутом мире. Еще одна из версий, имеющая право на существование, это война, которая могла произойти между жителями Земли и инопланетными цивилизациями, или между высокоразвитыми земными цивилизациями. Оружие того времени вполне могло сделать убежище под землей единственным укрытием для земных существ. К слову, масштабные исследования НАСА и ученых с Франции привели к обнаружению огромной сети подземных тоннелей, городов, галерей, проходящих под странами и континентами, горами и пустынями, океанами и морями. Эта целостная система подземных проходов связывает между собой все континенты земного шара. Крупнейшие подземные сооружения обнаружены в Китае, Южной Америке, Африке, Южной Австралии, Урале и Алтае, Новой Зеландии, США и Киргизии. На мой взгляд, вполне логично было бы существование высокоразвитой цивилизации в глубинах Земли. Наличие продвинутых технологий вполне позволили бы сооружать подземные города с комфортными для жизни условиями. Главной причиной решения развиваться внутри планеты, а не на ее поверхности, будет являться гарантированная безопасность и полная независимость этой цивилизации от любых событий, происходящих на поверхности нашей планеты, от ядерных войн до падения метеоритов, потопов и так далее. Друзья, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!